Всем привет, с вами Влад Воля, и это новый влог. Я на работе, мне скучно, и я жду Макса. Он должен прийти и зайти в эту дверь. И тогда вместе мы будем отвечать на ваши вопросы. Ну, что, сядем, подождем Макса. Будем ждать. Главное не умереть от скуки. Нет, заебался ждать. И я только что не матюкался. Я сказал, что я устал ждать. Пойду гляну, что на улице. Я потом приду и вам скажу. Может быть, Макса найду. Нет, Макса я не нашел. Пойду искать дальше. Бля, здесь его нет. Пойду дальше. Макса здесь нет. Где же он? Пойдем смотреть дальше. Я знаю, где он может быть. Как ни странно, его нет даже в туалете. И нет. Пойдем искать дальше. Под столом в бильярдной его тоже нет. Где же он? Ищем. А может, он на крыше спрятался? Нету? Как так? Ну ладно, пойдем дальше. Может быть, он под елкой? Нету? Я устал его искать, поэтому начну снимать без него. И мы начинаем наш влог. Ну вот и начнем отвечать на вопросы. И первый вопрос у нас... Ты что, реально подумал, без меня собрался тут снимать? А нифиг было прятаться весь день. Я, между прочим, тебя ждал. Я не прятался. Ну тогда запрыгивай. Кто мой лучший друг? Окей, смотрите. Значит, вопрос Максиму. Максим, почему смешное тело? Ну, потому что я веселый. Не знаю, там он так придумал сейчас. Я просто веселый, позитивный и решил назвать меня так. Мне вопрос, люблю ли я детей? Да, люблю, окей. Чем я планирую заниматься дальше в жизни? А вот чем. А что я еще буду делать? Буду заниматься собой. Ну или делать вид, что я работаю. Или что-то делать. Не знаю. А еще буду работать на своей работе. Лора, блин, если я буду в лесу с полотенцем, я буду идти. С полотенцем. Еще один вопрос. Пробовала ли я когда-нибудь мыло на вкус? На самом деле нет. Но сейчас я это сделаю. Ну, на самом деле, невкусно. Тим, расскажи 10 фактов о себе. 10 фактов? Ну, быстренько. Так, первый факт, и я немножко пришалепку в этой. И на этом, мне кажется, уже хватит. Максим, а ты любишь детей? И, мне кажется, об этом расскажут следующие фотографии, ведь он когда-то у нас был аниматором. У близняшек день рождения, и Максим пират. Он показывал детям, куда нужно ходить в туалет и как. Битва подушками. Жалко детей. Максим и подружки. Максим и его девушка. Максим на пляже. Сказать о себе в трех словах. Максим, скажи обо мне в трех словах. Ты, Влад, мудак. А, веселый, добрый и отзывчивый. Да, да. Именно это я подразумевал под своими словами. Окей, Максим, сколько ты можешь выпить алкоголя за день? Достаточно много. Ну, это смотря как попросить и с кем пить. А так могу достаточно очень много выпить. А, окей. Парни, когда вы найдете себе женщин? Когда мы себе баб найдем? Ну, как... Пусть сами ищут. Не скоро, еще надо не время будет, идти. Надо будет сами найдут. Вот и несколько ответов на ваши вопросы. Лайки. Подписочка. И добавляемся, друзья. Всем пока. С вами было Смешное дело и Влад Воля. Чао. Крошки.